Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Мокасины Амелия. Они настолько популярны, что сегодня у нас уже угроза того, что они закончатся быстрее, чем закончится наш день. А ты знаешь, что история мокасин началась давным-давно. Предпочитали подобную обувь еще индейцы Северной Америки. У них был прототип подобного рода обуви. Они любили их за мягкость, бесшумность и, конечно же, комфорт. Когда прототип мокасин попал в Италию, то уже итальянцы, самые главные, пожалуй, модники, да, сделали вот эту вот финальную модель, которая не меняется годами, которая всегда актуальна, которая подходит подо все. У нас воздушный дизайн с ажурной перфорацией. Это наш легкий летний образ, то есть подойдет под воздушные платья в том числе. Ультракомфортная конструкция. Девятая полнота, эластичные ленты в подъемной зоне. Эти мокасины сядут даже на самую проблемную ножку. Фирменный мокасиновый шов позаботится о здоровье пальцев. Стелька из натуральной кожи со слоями вспененного латекса для правильного распределения нагрузки для того, чтобы к вечеру мы совсем не уставали. И умная полиуретановая подошва литьевого метода крепления, которая дарит нам эластичность походки и расслабленные стопы. И как рады мы предложить вам сразу 4 цвета на выбор. Итак, мокасины Амелия. Цвет серый. Как ты относишься к серой обуви? Я к серому очень положительно отношусь. Я его отношу к базовым растенкам. Далее мы видим белый. Вот обрати внимание, вот эта воздушная художественная перфорация украшает абсолютно каждый цвет в мокасинах Амелия. У нас создается более летний, более легкий образ. Нога выглядит более воздушной и компактной. Ну и, конечно, перфорация сквозная. Она, конечно, и дышать позволяет ноге. Давайте посмотрим еще два цвета, которые у нас есть. Бежевый. Вот посмотри, бежевые мокасины с перфорацией, отличное летнее решение. И под брюки летние, ведь у нас другие фактуры брюк. Да. И под платье, под какие-то юбки тоже летние. Вот мы, кстати, про юбки летние тоже скоро расскажем. Так, далее черный. Эта обувь считается на все 4 сезона. Это считается классической обувью. Ну и, конечно, вы сегодня выбираете с удовольствием сразу по 2 цвета. И это правильно. Специальное предложение дня. Что же это такое? Это самая выгодная покупка в течение одного дня на телеканале Shopping Show. Главное предложение сегодняшнего дня со скидкой 1200 рублей. Цена 999 рублей и крайне ограниченная партия. От 36-го, внимание, до 43-го размера. Скажи, Наташ, как размер подобрать? Выбираем четко размер в размер. Дальше мокасины Амелия уже сядут даже на разную ногу. И вот тут я бы, конечно, хотела тебе поподробнее рассказать о комфорте. Потому что мокасины Амелия вобрали в себя вообще абсолютно все, что касается всех показателей обуви повышенного комфорта. У нас 9-я полнота, эластичные ленты в подъеме, все это сочетается с правильным мокасиновым мысом. Что это нам дает? Вот сейчас мы посмотрим на Свету, попросим ее сесть в кресло и вооружиться сантиметром. Потому что у Светы есть вальгусная деформация. Эта проблема знакома трети женщин как минимум, а то даже и больше. Следствие ношения узкой обуви, вот оно. И потом боль от давления обычными туфельками. Итак, на 39-м размере ноги Света делает замеры. Замеряем всегда в самой широкой части ступни. Получаем мы 25 сантиметров. На 39-м размере соответствует 9-й полноте. Вот смотри, Арин, что здесь происходит. Во-первых, легкое обувание, подстройка под зону подъема с помощью эластичных лент мы видим. 9-я полнота и сочетание фирменного мокасинового широкого и высокого мыса. Все, Света сняла давление в зоне вальгусной деформации. Ширины хватает, чтобы косточка давления не ощущала, а чувствовала мягкость. Ой, представляете, как вам будет комфортно. Слушай, а в чем особенность, ты говоришь, именно строение мокасин? Мокасиновый мыс. Ну вот смотри, вообще первое, что я тебе хочу сказать, что крайне неправильно выбирать для себя обувь с узким мысом. Что происходит? Деформируются пальцы, прерывается нормальное кровообращение, врастают ногти. И мы давим на эту самую шишечку, она становится еще больше. Мокасиновый – это округлый, слегка корообразный мыс, которым пальцы расположены абсолютно свободно, в котором снимается давление с зоны вальгусной деформации. Кстати, она расти начинает намного медленнее. Слушай, ну а стелька здесь какая? А стелька здесь из натуральной кожи замшевой выделки. Нога ваша будет дышать, будут приятные тактильные прикосновения на босую ногу. Здесь вспененный латекс в пятке. Это уменьшение на ударной нагрузки, поддерживающий элемент в зоне продольного свода стопы. А это значит, что мы еще и профилактируем плоскостопие. Это здорово. Слушайте, ну мягкая стелька. Сейчас все премиум-бренды используют именно этот прием для того,
того, чтобы завлечь к себе покупателей. И мы вам дарим не только самый максимальный комфорт, мы вам дарим такую цену, что в магазинах вы такой цены точно не найдете. Там, где вы увидите натуральную кожу, стельку, да, там цена уже будет от 3000 рублей. Да, в ортопедическом салоне стельки начинаются от 1500, а здесь 999 рублей. Цена, которая действует только сегодня. Наша телезрительница сегодня заказала для себя сразу две пары, позвонила нам в прямой эфир и сказала, что ей вот, и она всегда заказывает, допустим, черный и белый, да, для того, чтобы на любой сезон использовать эти мокасины. Скажи, пожалуйста, вот здесь у нас есть с вами перфорация, да? Скажи, пожалуйста, не порвется ли она? Бывает такое, что слишком нежная перфорация рвется в некоторых местах. Смотри, у нас здесь лазерная перфорация. Лазерная перфорация. Это значит, что вот эти перфорированные зоны делают лучом лазера, и у нас получаются запаянные края. Именно луч лазера запаивает эти края. Это абсолютно надежно. Здесь не нарушается целостная структура эко-кожи либо натуральной кожи, она служит долго, нога дышит, то, что перфорация сквозная, и перфорация еще и мягкость эко-кожи дополнительную продает для удобного расположения ноги внутри. Как приятно окунуться просто в этот комфорт, потому что вот вчера, допустим, я целый день была на улице, мы как с детьми с утра уехали, так только вечером мы вернулись. Знаешь, как здорово, что на мне была удачная пара обуви. Я бы никогда не сделала всех дел с неудобной парой. На мне же были невероятно мягкие и удобные мокасины. Поэтому я выбираю сегодня мокасины с натуральной кожаной стелькой. Я выбираю стиль, который никогда не выйдет из моды. И я выбираю максимальную экономию в 1200 рублей. Заказывая сегодня мокасины Амелия и любой другой лот, вы уже получите фиксированную доставку 199 рублей, которая будет действовать по всей России. Слушай, они еще такие мягкие, вот так даже согнуть их можно. Слушай, они полностью мягкие. Здесь литьевой метод крепления полиуретановой подошвы. Это, во-первых, надежность, во-вторых, дополнительная эластичность. А самое главное, современный полиуретан амортизирует ударную нагрузку, помогает стельке компенсировать нагрузку и заботится о здоровье нашей спины. Максимальный комфорт только для вас. Дозванивайтесь прямо сейчас и заказывайте специальное предложение дня. Оно ограничено.